Спейсер – это пластиковая камера, к которой с одной стороны присоединяется ингалятор, а с другой стороны находится мундштук, через который пациенты осуществляют вдох. Преимущество использования спейсера. Нет раздражающего действия на дыхательные пути, то есть отсутствует холодовой фреоновый эффект. Значительно упростилась техника проведения ингаляции, так как нет необходимости синхронизировать вдох с моментом введения препарата. Большая часть крупных частичек оседает на стенках камеры. При использовании ингаляционных кортикостероидов уменьшается частота возникновения осложнений в виде кандидоза ротовой полости и охриплости голоса. Лекарственное вещество более глубже проникает в дыхательные пути, вплоть до уровня мелких бронхов. Техника ингаляции из дозированного ингалятора со спейсером. Снимите колпачок с мундштука вашего обычного ингалятора. Встряхните ингалятор. Затем вставьте ингалятор в специальное отверстие спейсера. Сделайте спокойный глубокий выдох. Плотно обхватите мундштук спейсера, который находится с противоположной стороны от ингалятора, губами. Нажмите на баллончик, используя одну ингаляционную дозу препарата. Начните медленный и глубокий вдох. Задержите дыхание на 10 секунд, а затем выдохните мундштук спейсера. Вдохните еще раз, но не нажимайте на баллончик. Выньте мундштук спейсера изо рта. Подождите не менее 30 секунд перед приемом следующей ингаляционной дозы. Раз в неделю спейсер следует промывать и высушивать на воздухе. Не рекомендуется протирать устройство, поскольку это приводит к повышению электростатического заряда на стенках и ухудшению доставки лекарственного препарата. Рекомендуется производить замену спейсера раз в 6-12 месяцев.